А, не, как, не умный. Как звали батю Ельцина? Мимо. Все. Ну ты сам-то знаешь. Все, да поговоришь. А ты серьезно не знаешь? Нет, конечно. Ребята, вы же на встречу к этому знаменитому блогеру, да, пришли? Да. Единица измерения силы тока. Это классная комната. Тихо, тихо, тишина. Площадка тишина, сейчас идет кадр. Кто был у власти до Брежнева? Горбачев. Нет. Ельцин. Коксик нюхали? Нет. Блин, вот публика сегодня. Эх, ну чем я сейчас занимаюсь? Совершенно не этим. Еду навстречу подписчиков. Не будет никого, поржем, посмеемся вместе. А дорогой KFC, если ты видишь, как я пью этот пунш, будь любезен, свяжись с моим менеджером, то есть со мной, и закинь-ка на лавочечку за это. Аккуратнее, аккуратнее, тут все развешено экшн-камерами. Салам. И все-таки сидишь в машине у блогера, видишь? Да. Ну вот. Вы пришли к нему на вечеринку или? Да. Серьезно? Мы с Москвы приехали. С Москвы приехали к негодяй ТВ? Мы тебе писали. Очуметь. Ребята, я немножко волнуюсь, переживаю, потому что не знаю, как все это там должно происходить. Человек-синяк, можно взять у вас маленькое интервью? Да, без проблем. Тебе задавать вопросы? Нет, я ж просто поддержать пришел. Хорошо, спасибо. Ну и что вы, смотрите вот это ютубовское все это говнище, да? Конечно. Да? И что, нравится? Да. Немножечко развиваюсь, что-то вспоминаю. Хочешь сейчас поразвиваться немножко? Конечно. В каком году была Куликовская битва? Ну, можно не с годами. Да? Сегодня рубрика «Без подсказки» у нас будет. Без подсказки? Да. Так не работает. 1380. С чего ты взял? Знаю. Красавчик. Ну что, вы уже синенькие, маленькие, да, вижу? Ты, Васика, сколько бахнул уже? Ты пришел один сегодня, да? Ну да. У тебя есть молодой человек? Нет. У тебя есть девушка? Нет. Ребята, какого хрена? Тебе он нравится? Но он симпатяга. Я пока еще не поняла. Смотри, высокий. Статный. Бороденка там. Все дела, да. Все дела. Нормальный этот свах, да? Может быть, мне контент свахой быть? Хабарик, знаете, что такое? Хабарик. Нет. Хабарик. Что такое хабарик? Только питерские знают, что такое хабарик. Хабарик – это окурок. Да ладно. Ну, ребят, ну вы че? Все, Москва. Теперь ты посвящен. Кто был у власти до Брежнева? Горбачев. Нет. Ельцин. До Брежнева. Сейчас. В политике я вообще не силен. Сейчас. Кто был у власти до Брежнева? А подсказывать могут мне? Они нет. Я тоже нет. Есть сталинки, есть. Ну, этот, как его, Хрущев? Хрущев. После выпуска про первый президент России мы просто всю историю. Да, история. Да? Да. Проштурировалась. Короче, что, у меня такие познавательные ролики. Да. Да. У меня на работе все ребята смотрят, я всем. Все, я понял, что я красавчик, ребят. Да. Сейчас будет реклама, представьте, стоит два черкана. Откуда у тебя такая классная куртка? Случайным образом я наткнулся на сайт все Майки.ру. Снимай нормально. Так вот, помимо этого и огромный ассортимент, я увидел футболок. Одна из них прямо сейчас на мне. Вот такая модная молодежная футболка. Почему именно этот я выбрал? Логотип. Просто случайно. Все, это была репетиция, а сейчас типа нормально. Серьезно, что ли? Посмотри, я ровно снимаю. А вы, типа, прохожие. О, типа, классная куртка. Массовка пошла. Пошла массовка. Откуда у тебя такая классная куртка? Это классная куртка. Тихо. Тишина. Площадка тишина. Сейчас идет кадр. Давай спрашивай. Откуда у тебя такая классная куртка? Все Майки.ру. Там очень много логотипов. Когда я выбирал, я очень долго выбирал. 5000 логотипов было разных. Можно состругать и свой любой рисунок, и свой любой цвет. Под видео мой специальный промокод. Моя любимая ссылка, моя личная.
10% скидки. Пока говорим. Пока. Спасибо, пока! Первый раз снимаюсь, стесняюсь тебя. Стесняешься меня? Да. Сколько гласных букв в алфавите? Давай 15, то ли 18. Я, может, куплю, я тебе говорю. Давай 18 возьмем. Можно я дальше пойду? Да, конечно. Подсказка. Всего-то 33. Подсказка. 10. 10. 10. Берна. А еще, знаешь, говорят, что не 10, а 6, потому что Е это типа Е, Ю это Ю, короче, пипец там. Ну а так пускай будет 10. Ребята, вы же на встречу к этому знаменитому блогеру, да, пришли? Да, да, да. Вам вопросы задавать или не обязательно? Да, абсолютно. Какая ключевая идея у вас нарисовывается, когда вы видите эти видосы? Блин, у меня, скорее всего, то, что это постанова или нет. Потому что реально очень-очень серьезно. Очень, не знаю. Ты представляешь, как бы я заколебался снимать постанову? Во-первых, нужно выбирать ребят, которые нормально будут исполнять. Я бы, наверное, сутки бы снимал бы эту постанову. Давай сейчас постанову замутим, короче. Самый легкий вопрос сейчас задаю, просто самый легчайший. В какой стране принадлежит Гренландия? Все, ребята, вы типа тормозите. Поехали. Клево, да, что я предложил вам постанову? Не знаете же ни хрена ответ, правильно? Не знаете. Ладно, все, постанова заканчивается, и вы типа уже, типа, точно, это же... Вопрос нелегкий, это Дания. Ну да, это нелегкая херня, я бы в жизни бы не ответил. Братиш, а пойдем с нами, что ты это самый? Так самый молодой, сидишь один, короче. Здорово, ребята. Познакомьтесь, это мой подписчик. Как тебя зовут? Саша. Саня, представься, вы как у себя дома. Только тебя смотрю. Серьезно? Тогда. Я вот, короче, заметил, что ребята, которые меня смотрят, они смотрят только меня. Да? А знаете, в чем прикол? Что я тоже смотрю только вот свои ролики. Школьные вопросы задаешь, я уже в школе давно не учился. О, поэтому. Давай не школьные вопросы. Кокс как называют по-другому? Кокс. Кокаин. Кокаина. Кокаин. Первый называют, да, кокс? Как еще называют его? Чистый, я не знаю. Знакомое такое. Подожди, вверх. Ты не послушал, ты еще маленький слушать такое. Коксик нюхали? Нет. Блин, вот нет, публика сегодня. Ну, кокаин это что такое? Наверное, кокос. Ну, а кокос это что такое? Кокос это, да. Ну, в смысле, фрукт такой. Ну, как плод, как, ну, это что? Это он такой твердый. Короче, ребята, коксик по-другому называют орех. Все, будете знать. Ребята, а что будет орех на вечеринке? Ну, кокос же это орех. Никто не знает про орех, прикиньте, никто. Кого объединяла могучая кучка? Художников. Могучая кучка? Что это? Это вообще из чего? Из истории? Давай тогда рубрика постанова. Рубрика постанова. Кого объединяла могучая кучка? Давай, Люда, тормози, говори херню. Постанова. Кучка, кучка, чего, кучка. Там волосатых, я не знаю. Волосатых индейцев. Проституток. Давай. Мочи. Все должны хохотать, думать, какой он тупой, ему 22 года. Кучка, кого, пианист? Пидорастов. Пидорастов, да. Кучка пидорастов. Уши свои, то самое. А, типа, композитор. А, композитор. Да. Все, бро, контент мы с тобой нарисовали. Все, красава. А, нет, композиторов. Все верно. Кто родился в 18-19 году? В 18-м? Ну, как в 12-м году. 18-19. Егерев. Я же тебе подсказываю. В 12-м? Егерев. Я не понимаю. Егерев, просто говори, все. Егерев? Егерев, да. Все, молодец. Единица измерения силы тока. Уф. Да. Ребята, это не постанова. Что-то между, наверное, перми. Первым и орехом. Да, а я орехом. Где-то что-то там. Господи, какой тупой народ. Все, кто дальше? Вольт. Ампер. Держись его. У кого их схватка была? Ну, говоришь, с Наполеоном. Ну, все. Все, от души тебе, брат. Все, от души. Теперь у нас рубрика постанова. Я вам задаю вопрос, а вы типа тупите, короче, типа, мы не знаем, кто воевал из наших русских императоров с Наполеоном. Ты говоришь, что это? Александр Первый. Я же сказал, постанова должна быть. Ты должна сказать, что это была там Клеопатра, а ты говоришь, нет. Это Путин. Это Путин. Вот, ну, поехали, постанова, давайте. Кто воевал с Наполеоном? Путин. Глупые люди, ну кто?
Не знаю. Все, все, неверно, все. Счастья вам. Здоровья. Здоровья. Совет вам да любовь. Да. Так, какой-нибудь вопрос тебе выбрать, какой-нибудь, наверное, самый сложный, дурацкий, да? А, не, как, не умный, как звали батю Ельцина? Мимо. Все. Ну ты сам-то знаешь. Все, да поговоришь. А ты серьезно не знаешь? Нет, конечно. Тебе 33 года. И чего? Что значит и чего? Нет, до лампочки. Ну он Борис Трич какой? Борис Николаевич Ельцин. Ну вот, а ты что? Ну, блин, просто... Все, я пошел. О, а что, мы уже типа со всеми все сняли, да? Фу, ништяк, все. Заканчиваем съемку. Да, снимай, нормально. Не снимай.